Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica. На этом автомобиле заменим светодиодные, то есть фарах заменим лампочки габаритов. Там стоят светодиодные, и заменим их на светодиодные, только более яркие. Взял лампы на 78 диодов, а здесь стояли, если я не ошибаюсь, по-моему, 13 диодов. Сейчас включу. Там пара диодов уже сгорела. Как они светили. Вот так вот работали 13-диодные. Одну сейчас поменяем и сравним, как будут работать 78-диодные. Вот такие вот лампочки G-Star. Ну, G-Star получается. 78 диодов, с торца диоды 6 диодов находятся под линзой. Вот такие вот диоды. Открываем капот. Здесь лампа габарита находится под крышкой, которая закрывает лампочку на дальний свет. Сейчас возьму, подсвечу, чтобы было хорошо видно. Вот, подсветил, и видно наш два проводка. Для удобства можно взять круглогубцы и круглогубцами вытянуть. Я даже не выключал свет, чтобы видно было разницу. Вот эти лампы отработали 4 года. О, этот шевельнул, загорелся один диод. Переставил немножко фотоаппарат. И вот так вот светит вот эта лампа. Вставляем ее на место. Вот такая вот у нее яркость для сравнения.
Это 13-диодная старого образца. Это 78-диодная. Разница. Теперь габариты будут работать как ходовые огни. Ставим вторую. Вторая здесь тоже трудностей нету. Колпак у нас также открывается легко. И вытаскиваем ее. Но это уже я показывать не буду. Покажу уже, когда заменю. Меняем. Вот так вот светит габаритная лампа. Ее даже не видно, она так отражает, что кажется, как будто светит ближний свет. Вот как бы ее показать. Наверное, так. О, лампы габарита теперь как ходовые огни. На этом все. Лампочки габаритов в передних фарах мы заменили. Всего вам доброго.